Далее я предлагаю вам посмотреть нашу рубрику «Народные новости». О том, что важного произошло в жизни горожан, узнала Анастасия Куклева. Правнук приедет с Франции. Внук на каникулы приехал с Пензы. Дети заканчивают школу. Сессия. У нас сегодня экзамен. У меня обеденный перерыв. Я купила шаурму. Потерял телефон. Рубашку джинсовую себе купила. Ухожу в отпуск. Я сегодня продала 100 стаканов воды. Я перестал выпивать.